Тянуля, что у нас за порошок на кухне в ведрах стоит? Это мое спортивное питание. Ой, извини, Барсик подумал, что это его новый наполнитель. Помогите, кажется, что муж смотрит налево. Можно как-то решить эту проблему? Конечно. Возьмите свою старую обувь, старую одежду и старую косметику. Поняла, а что дальше? Выбросьте все это и купите новое, а то я смотрю на вашу фотографию и понимаю вашего мужа. Настюш, ты так похудела, что-то произошло? Да, у меня парень новый, любитель высокой кухни. А сырой креветкой под бельгийским шоколадом с мятой особо не наешься. Меня вчера избили. Кто? Я не знаю, но похоже, это был отоларинголог. С чего ты это взял? После драки у меня теперь болит ухо, горло и нос. Кать, привет! Ну и чем ты в своем Питере сегодня завтракала? Как обычно, унынием и апатией. Алло, служба поддержки рыбалки? Да, здравствуйте, что у вас тряслось? Мотыляне взяли червей накопать, а темы для разговоров закончились. Политику молодежь карбюраторы своих ласточек СССР уже обсуждали? Да. Ничем не могу помочь, посмотрите на воду. Ну как собеседование прошло? Не взяли. Почему? Я захотел на удаленку, не одобрили. Так ты же собеседовался на дворника. Тебе снились страшные сны? Кошмары? Да, как-то раз мне всю ночь снилось, что я работаю полный рабочий день в офисе, а потом, когда я проснулся, мне снова пришлось ехать на работу в офис. Боже, ты как, в порядке? Добрый день, я хочу воспользоваться вашими услугами, но мне нужна гарантия, что у вас есть сверхъестественные способности. Я потомственная ведьма в 9-м поколении. Эта информация недостаточна. Я ем все, что хочу и не толстею. Запишите меня на вторник. Дружище, спасибо, что досмотрел наше видео до конца. Ставь лайки, оставляй свое мнение в комментариях, подписывайся на наш канал, и скоро ты увидишь еще много чего интересного. Пока!